раньше музыкальные композиции, ведь некоторые из них стали символами целой эпохи и легко узнаются с первых нот. Уверена, что многие фильмы запомнились, в том числе и благодаря музыке Эннио Морриконе. Фильм «Однажды в Америке» стал последней совместной работой композитора с его близким другом, режиссером Серджио Леоне. Поначалу непонятая и непринятая критиками эта мрачная гангстерская сага все-таки завоевала сердца зрителей и теперь регулярно попадает в списки лучших фильмов. В этом не только заслуга гениального режиссера и талантливых актеров Роберта Де Ниро, Джеймса Вудса, Элизабет МакКовер, но и музыки. Проникновенная и щемящая главная музыкальная тема киноленты узнается с первых нот. В заключении нашего концерта прозвучит музыка из кинофильма «Однажды в Америке» Эннио Морриконе. Thank you.